Здравствуйте, это программа «Тет-а-тет». Сегодня я подготовил новую подборку вопросов для наших студентов и преподавателей. И уже готов их задать. Поехали! Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать? Летать. Сверхспособность быть человеком. Наверное, посмотреть будущее. Довольно философский вопрос, но скорее бы полет хотелось бы. Возможность откатывать время по сверхпамять. Запоминать большое количество информации без стараний. Я бы хотела уметь летать. Вот, и чтобы без пробок добираться по Воронежу в универ. Читать мысли, наверное. Ну, иногда было прикольно невидимкой становиться, не знаю. Я бы хотела иметь волшебную палочку, чтобы могла обретать какие-то другие сверхспособности с помощью нее. Что может пройти сквозь стекло и не разбить его? Свет. Дух. Подожди, что проходит через стекло, не разбивая его? Отражение. Не разбивая лучи. Лучи света. Душа? У нас был такой ответ уже. Душа. Серьезно? Свет. Луч света? Свет. Свет? Спасибо. Всегда использовать момент. Никакой. Все сделал правильно. Тщательно выбирай место, куда поступаешь, и специальность в будущем. Будь смелее. И ничего не бояться. Быть более уверенной в себе и любить себя, окружающим, относиться более свободно. Да, наверное, никакой. Не знаю. Очень сложный вопрос. Сделать все так, как я сделал сейчас. Забей на все. Все будет хорошо. Мне кажется, я не давала бы себе советов, потому что все как идет, пусть так оно и идет. Это к лучшему. Не будь наивной. Ничего не бояться. И чаще рисковать. Наверное, принимать какие-то решения осознанно более. Купить биткоин. Ты мне заранее скажи этот вопрос. Ага, еще ответ сразу. Можно загуглить? А дай ответ, пожалуйста. Забежали, легкий вопрос. Оператор мой не хочет работать. Съемочный день наш закончился. Новый выпуск, новые вопросы. Это был последний вопрос на сегодня. Знаете, о чем еще можно спросить наших студентов и преподавателей? Тогда пишите свои идеи в комментарии под этим видео. С вами был Максим Голышев. До новых встреч!